Новый номер американского журнала «Нью-Йоркер» выйдет с изображением Владимира Путина на обложке и с названием на русском языке. Российский президент в монокль рассматривает Дональда Трампа в образе бабочки. Название журнала написано кириллицей, автор рисунка — художник Барри Блит. Иллюстрация обыгрывает классическую обложку «Нью-Йоркера» 1925 года, на которой изображен вымышленный денди Юстас Тилли. Владимир Путин уже бывал на обложке этого журнала впервые в февральском номере 2014 года, а еще в октябре 2016. Путина тогда изобразили держащим для Трампа Библию. Добавлю, новый номер «Нью-Йоркера» выйдет 6 марта.